южнокорейская фирма Kia продолжает разработку концепта универсального шасси среднего тактического автомобиля. Kia Medium Tactical Vehicle – семейство средних тактических автомобилей. Kia MTV разрабатывается для оснащения войск специального назначения, медицинских служб и замены вспомогательных транспортных средств поля боя. Бронирование всей кабины позволяет обеспечивать защиту экипажу и перевозимому грузу. На базе транспортера возможно создание медицинских бронетранспортеров, транспортеров войск, командных пунктов, машин связи, разведки и машин снабжения войск. Применение в конструкции новых материалов позволяет создателям сделать поистине инновационную машину. Автомобиль сможет выполнять большой ряд задач и миссий. Бронирование корпуса обеспечивает защиту людей от внешних поражающих факторов, в том числе и применение оружия массового поражения. Система кондиционирования воздуха внутри машины обеспечивает защиту от поражающих факторов химического оружия и радиации. А модульная конструкция в совокупности с усиленной подвеской и нижней частью автомобиля позволяет обеспечить защиту от применения мин, самодельных взрывчатых устройств и огнестрельного оружия. Машина максимально унифицирована с коммерческими автомобилями Kia для снижения стоимости производства и эксплуатации. Компания Kia, которая планирует поставлять новые тактические машины военным с 2024 года, разрабатывает технологию автономного вождения для военных машин в рамках своей попытки завоевать большую долю оборонного рынка.